Итак, в ходе поисков был обнаружен вот такой вот раритет. Наверное, ностальгия для многих. Состояние, конечно, у него на троечку. Колеса подгнили, они железные. Погнулись оси. Ну и нету пушки. А так как они были из дюраля, и на них часто слазила краска. На этом хорошо все сохранилось. Так что можно сказать, в родной краске. Наверное, у многих такой был. И вот, если у вас такой был, то ставим лайк. Посмотрим, много у нас таких. Такой вот БТРчик.